Гала-вечер воспоминаний в Москве с Камилой Валиевой. Всем привет! Вы попали на канал BNews. Перед началом этого видео обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте большой пальчик вверх, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А мы погнали! С приходом большой популярности к фигурному катанию в России, ледовое шоу в стране стали объединенностью. Группа Этери Тутберидзе, как самая богатая на топовых спортсменов, организовала свой турнир по городам. Большое количество чемпионов, приглашенных фигуристов. Звучит интересно. На этом шоу выступила и Камила Валиева. Атмосфера была потрясающей. Всех спортсменов поддерживали. Очень горячо встречали совместный номер олимпийских чемпионок Алины Загитовой, Камилы Валиевой и Анны Щербаковой. Это одна из изюминок шоу. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайся на наш канал, ставь большой пальчик вверх, а также нажимай на колокольчик, чтобы никогда не пропускать наши видео. Всем пока!